Смертельная авария в Судогодском районе. Накануне вечером на трассе Владимир-Муром-Арзамас в районе Новопетрова легковушка столкнулась с рейсовым автобусом МАН. По предварительной информации, водитель машины «Лада Гранта» выехал на встречку и врезался в автобус. Он следовал по маршруту Владимир-Судогда. В салоне автобуса находилось 20 пассажиров, один из которых в результате ДТП был направлен на амбулаторное лечение. Также подтверждена информация об одном погибшем – водителе легкового автомобиля, мужчине 35-го года рождения. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Как сообщили очевидцы аварии в соцсетях, «Лада Гранта» ехала с небольшой скоростью. Пользователи предположили, что пожилому водителю могло стать плохо с сердцем. Так ли это на самом деле, будут разбираться полицейские.